Ограничений нет. Россия сможет пользоваться авиабазой в иранском Хамадане столько, сколько нужно. В этом заверил министр обороны Исламской Республики. Наши боевые самолеты пользуются этой площадкой для того, чтобы еще эффективнее бороться с террористами в Сирии. Именно официальный Дамаск обратился к Тегерану с этой просьбой. Впервые бомбардировщики вылетели с иранского аэродрома на этой неделе, чтобы нанести удары по позициям ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра. В Минобороны Ирана не исключают, смогут предоставить России и другие базы, если это потребуется.